Так, всем видно мой экран? Да, а можете посмотреть, что мы делали? Угу, конечно. Сейчас перейду. Сегодня мы будем доделать наш проект с Сантой. Так, переходим на спрайт. Вот это у нас спрайт 7. Там, где у нас написано Santa Simulator. И... Матео, у тебя, ты открыл проект, можешь включить, а, у меня камера выключена, стоп. Ну, так, вот видно, Матео, включи, пожалуйста, камеру. Мне кажется, он нас не слышит, хорошо. Так. Тогда начнем с того, что когда флажок нажат, нам нужно будет изменить костюм. На костюм 1. Перейти в 0-0. 0 и 0. Показаться. Перейти на передний план. Слой. Потом нам нужно ждать 3 секунды. Ждать 3 секунды. Потом нам нужно перейти на инфо. Передать у нас вот тут есть в события. Новое сообщение и инфо. И на конце мы изменяем на костюм 1. И когда я получу месседж 1, спрятаться. Вот так. Так, ты успеваешь, Густин? Да. Хорошо. Матео, ты нас слышишь уже или нет? Лукьян, прошу прощения, скажи, пожалуйста, а Матео уже был на занятиях? Потому что со мной человек на связь не выходит. Я его не помню, но это первый раз, что я его вижу. Ага, ну я тогда вывожу. Ну, хорошо. Так, теперь идем на... Нам нужно нарисовать новый костюм. Новый спрайт. Это будет кнопка старта. Мы берем, например, будет цвет. Контроль белый. Вот так. И в середине... Делать красную задержку и белым текстом. Увеличим. И можно Ctrl-D. Можешь показать той спрайт 7? Код или... Да-да-да, вот. Смотри. Все. Можете забрать. Да. Ага. Так. Вот спрайт 8. Так, прости. Алло? Так, вот, спрайт 8. Это просто кнопка старт. И можем уже нарисовать спрайт 9. Это будет облачка такие. Мы будем использовать наш квадрат. Просто белый, и можно включить
контур на один, сделаем прямоугольник и возьмем вот это изменение формы. И ставим где, там, где мы хотим, и делаем более такую закруглую форму на облачке блока, чтобы выглядело. Так, можно еще линию провести. Вот так линию сделать. А Лукьян, вы делаете какой-то спрайт на старт? Еще один костюм нет. Вот так облачка будет. И потом следующее мы сделаем спрайт с цифрами от 0 до 9. Возьмем, например, пиксель. И заливку возьмем белый с черным контуром. Нет, не можно так. Так. Один, два. Итак, до... у нас должно быть 10 костюмов, но 9. Только вот, вот так будет до 9. Тут будет 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 2, 1. Вот так. А те пиксельные цифры могут быть от какой числа? Один. От 0 до 9. А как ты можешь сделать то пиксель, что у тебя? Смотри, берешь вот тут, когда ты будешь, например, выбираешь писать. Ага, уже можно. И потом вот тут есть. Да, тут есть. Avviare la videocamera senza un'altra videocamera nelle impostazioni. Еще раз. Матео, ты можешь сказать это на русском языке? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы просто не, у нас была проблема с камерой, мы не, она у нас не, и сейчас у нас выходит, что невозможно подключить камеру, но мы здесь присутствуем. Да, хорошо, просто я как бы не на голос, и Лукьян его спрашивал, как бы реакции не было, поэтому... Да, да, мы не могли, да, не хорошо. Могли мы слышать. Хорошего вам занятия, да. Спасибо, спасибо. Хорошо, так, тогда я еще раз вам скину в чат проект. Вот. Его, вы знаете, как его открыть? Просто жмете, и уже откроется проект, то, что мы начали. Вот.
Так, потом нам нужно еще один нарисовать. Это просто можно вот так большую кнопку старт. Еще раз начинать game starting. Будет красный контур, белый. И сюда можно поставить подарок, например. Вот так берем сюда контур. Вот так. Теперь мы дублируем вот этот спрайт, потому что нам нужно будет два таких спрайта. И тут нам нужно на конце поставить еще нарисовать просто квадратик один. Возьмем белый квадрат с черным контуром на 5. Это должно быть где-то на вот так. Так, а достаточно. Сколько? Еще? А 10 я не май делаю. В первом ты 10 не должен делать, от 0 до 9. Во втором ты должен от 0 до 9 и просто на 10, еще 10, как будто квадратик вот такой. Да. Вот так. Так, Устин, это все мою я ставить в середину? Да, все лучше ставить в середину, потому что так будет проще использовать. Ну, тогда... Так, Устин, какой ты сейчас делаешь спрайт? Я делаю T-Pixel. Ага, ты на 10-м спрайте, хорошо. Так, Матео, а ты на каком спрайте сейчас? Да, хорошо. А на каком спрайте-то? Я спрашивал, на каком спрайте ты сейчас рисуешь? Или ты уже дорисовал? Я на третьем. Вот этот? Santa Simulator, где написано? Да? Да. А что там ты делаешь? Не нужно рисовать все с нуля, потому что тут у нас уже есть много кода. Я тебе в чат, вот тут, в чате, я тебе скинул проект. Там ссылка есть на проект. И ты просто на него нажимаешь, и оно открывается. Хорошо, спасибо. Да, Устин? Я очень не знаю, что... Как я ты сделал твой квадрат? Смотри, берешь квадрат, берешь цвет белый, контур черный, и до 3 у тебя будет. Ну, вот так видно. Ты берешь ближе, 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 ближе. И вот так, с шифтом. Заливка будет белая, да? Да, заливка белая, а контур будет черный. Oh.
Так, ты доел все? Не, еще не. А ты, Матео, открыл? Не, я тоже еще заканчиваю. Хорошо. Так, когда Устин, доделаешь, включи экран, я посмотрю. Ну вот. Доделал? Да. Так, включи демонстрацию экрана, я посмотрю на... Включил. А, еще не закончил, я еще наполовину. Хорошо, окей. Я включил демонстрацию. Не можешь включить? Так. А, нет, еще не видно. Ну, я включил уже. Еще не видно. Ну, тогда я... Видно? Нет. А почему? Не шерю. Я шернул, типа. Странно. Я еще хотел спрятаться, если ты облок мать бить вверх. Большие. Нет, не должны. Вот эти цифры не должны быть большими. Не цифры, а хмары. Хмары. Да нет. Я сделал несколько. Видно? Ну, нет, странно. Ну, будем тогда сейчас продолжать. Ничего. Так, стоп, куда Матео пропал? Странно. Так, тогда ты уже доделал все вот да. Эти первые и второй спрайт на цифры, да? Да. Молодец, хорошо. Тогда можем продолжать. Я включаю демонстрацию. И будем сейчас доделывать код. Идем в спрайт 8. И идем на код. Так, начнем с того, когда флажок нажат, нам нужно будет спрятаться. Потом нам нужно сделать свои другие блоки. Сделать свой код и написать. Delete? Да. И сюда мы поставим удалить клон. Вот так. Создать потом... блок? Да, и в другие блоки создать блок. А текст или что? Нет, просто смотри. Создать
создать новый блок и пиши delete. Делаем. Все. А как она пишется delete? Да. А в конце там E или нет? Да. А, да, там F. Delete. А, да, я вот это. Да, нет, delete. Вот так. А потом нажимай на O. Окей, да. И теперь, когда я получу message 1, нужно повторить 3 раза. Как ты думаешь, что message 1 я там нажимаю? Вот, идешь, когда я получу флеш, и тут выбираешь message 1. Когда я получу message 1, да? Да. Повтори 3 раза. Делаешь. Задать game значение 0. А почему 0? Что еще не начался таймер и очки считать. Создать клон самого себя. Это создать клон самого себя, это оранжевый, да? Да, управление. Когда я начну клон, если что там касается спрайтшир. Когда, когда я начинаю как клон, и касается спрайт 6, нужно удалить клон. И если касается спрайт 6, да, нужно удалить клон. А где? А, удалить клон. Удалить клон. Удалить. Показать. Изменить костюм на 1 просто, чтобы немного будто ждать. И потом нам нужно перейти в 0, минус 30. Перейти в X, Y. Да, перейти в X, Y. X, 0, Y, минус 30. X, 0, Y, минус 30. Теперь нам нужно повторить всегда и если то иначе. Сюда оставим. Повторить, если иначе. Изменить Y. А повторить всегда? Да, да, повторить всегда. Если... Вот это ставим. Изменить Y на оператор и делим. Это... И ставим тут модуль. И переменную up. А тут 0.5. И еще тут изменим на косинус. Вот кос. Для того, чтобы наш подарок крутился. Я не знаю, если изменить x, y. Это... Я не могу изменить y на... Маш, движение. И вот тут изменить Y на. Изменить Y на. Так
подожди. На я и я там изменить y на... Вот так. Вот 0,5. Я могу там писать 0,5. Да, 0,5. И вот тут будет модуль. Модуль ставишь, изменяешь ты модуль на косинус и ставишь а. А это что ты? От. Я где ты нашел от? Вот тут у нас есть в операторе есть модуль. Самый последний. Модуль? Модуль. Модуль. Да. Касается а почему касается мыши? А, как будто старт. И еще нам нужно мышь ножа. А это будет старт, так как мы делали в ушах матом? А, да, что-то подобное такое. Установить эффект. -20. На 10. Сделал. Да. Сделал, молодец. Теперь нам нужен оператор «не» и мышь нажата. Стоп. Нам нужен блок «ждать до», «не», мышь нажата. Задать in-game значение 1, что уже игра началась. И передать старт и удалить кон. Вот. Задач. Один. Передать старт. Передать это. Готово. А, готово. А, хорошо. А, Лукьян, почему у тебя там два великие, два Санта-Клауса? Один большой, а другой маленький? Ну, потому что там это в двух спрайтах у нас как будто начало, и потому два Санта-Клауса. Я маю только один... Один малый.
Ну, посмотри, перевер. Ну, ничего страшного. Так, теперь нам нужно еще иначе. А, стоп. Подождите. А это ничего, что у меня нету большого? Стоп. Мы тут одну штуку забыли. Нам нужно вот это поставить в «если» вот сюда. Если мышь нажата, смотри, берем мышь нажата. Мышь нажата вот сюда ставим. Если мышь нажата, ждать то, и вот тут убрать и графические эффекты. Что? Что ты сделал? Я взял вот этот код, поставил в «если». Еще. Я беру «если». Да? Да, кажется. А если и если и если? Да? Ну да. Мышь нажать, блин. Это убрать ему. Ну да, готово. Хорошо, молодец. Теперь мы идем на следующий спрайт. Спрайт 9. Спрайт 9? 8. Ну да, спрайт 9. Когда флажок нажат, нам нужно спрятаться. Ждать 4 секунды. Подождите. Хорошо. Я хочу только показать экран, потому что я очень не знаю. А что там не так? Я хочу показать экран. Я не могу показать экран. Ага, давай, показывай. Видите? Да, вижу. Что у меня нету большого Ну, это ничего страшного. И когда я нажимаю на флажок, тогда ничего не действует. А ничего страшного. Это если еще не показывает, потому что я нажал на одну часть кода, и оно начало работать там. Так, ну тогда я показываю свой экран. Вот. Когда флажку нажать, ждать 4 секунды, ждать одну и создать клон самого себя. Я уже маю. Сделал? Да, сделал. Хорошо. Теперь нам нужно, когда я начинаю как он, перейти на задний слой.
перейти назад. На 100 слоев поставим. Потом нам нужно перейти в X240. А что? Это мой пик. Да. 240, и выдать случайно от 200 до 120, 150. А перейти в XY или XYX? А перейти в XY. Двести четыреста. А это там. Какие-то 150. На доделке. Доделал. Хорошо, молодец. Теперь установить эффект нужно. Установить эффект мы ставим прозрачность. И тоже выдать случайно от 50 до 90. Потом нужно установить размер. И тоже выдать случайно от 100 до 300. Что я сделал? Вот. Я что-то... А может я перейти на спрайт 5? 5? Да, на 5. Вот, спрайт 5. Да, все, да. Можете перейти на спрайт 9? Угу. Это будет установить эффект, прозрачность, видео. А потом устанем видео. Нет. Сделал. Хорошо, молодец. Так, теперь нам нужно будет показаться. Задать speed. Нам нужно, видим сюда, задать speed. Значение размер разделить. Размер разделить на 150. А какой спид?
Просто спит. И повторять пока не. Больше. Минус 240. Будет больше положение x. И изменить x на спит. Разделить на 1. И на конце мы будем удалять клон. Нет. Повторить, пока нет. Это повторять, пока нет. Это минус. Минус 240. Положение x. Изменить x на спид. Хорошо, молодец. Так, теперь нам нужно... Когда я получу месседж 1, нам нужно будет спрятаться. И тоже нам нужно, когда я начинаю как он. Когда я начинаю как он, месседж 1. Повторять когда... всегда. И перейти назад на один слой. Да? Когда я начинаю запас, повторяю сюда. Назад на один слой. Сделал. Хорошо. Так, теперь будем переходить на спрайт вот это наши цифры. Тут нам нужно сделать другой блок, создать новый блок. И это будет score. X, потом нам нужно
значение значения. Нет, нам нужно стоп. Нам нужно текст. А нет. Стоп, я немного запутался. Нам нужно значение x, значение y. И тоже нам нужно size. Что нам треба? Смотри. Нам нужно потом сначала текст, потом значение, текст, значение, текст, значение. Тут ставим y, тут score, и тут score. Вот так. Текст. Текст, да, значение. Я написал score x, потом что? Score x, потом нужно текст x, потом нужно... Нет, потом нужно значение x. Ой. Ну, просто я пишу score пробел x. Потом что я тесню? Сначала значение, потом нужно, ну, став значение, кнопка значения, и пиши там x. Значение x. Да. Угу. Текст потом. Потом текст y и значение y. Сделал? Так, ты все сделал уже? Нет. Можно, окей? Еще нет. Хорошо, потому что у нас тут занятие скоро будет заканчиваться. Я тебе скину потом уже готовый проект, потому что я хочу уже на следующем занятии начать проект. Там уже у нас в этом проекте немного еще есть, но мы за 7 минут не успеем. А на следующем уроке уже как-то будет странно. 10-15 минут доделать вот это и новый начать. Поэтому я тебе скину уже готовый проект после занятия, и все. Спасибо, что пришли на занятие, и до свидания.